Привет, друзья! Сегодня я к вам с очередным обзором игр своими руками. И расскажу я вот про такие игры-заплатки. Они, как всегда, абсолютно копеечны по затратам, но зато невероятно полезны. Ну что, игры-заплатки. Для таких игр я чаще всего скачиваю разные готовые шаблоны. Их можно скачать либо на русскоязычных сайтах, для этого мы набираем в поисковике игры-заплатки, да, или шаблоны-заплатки. Если мы ищем на иностранных сайтах, то тогда я советую вбивать в поиске do a dot activity, do a dot. И там тоже можно найти массу всяких разных шаблонов. Такие шаблоны необходимо заполнить какими-то мелкими предметами, чтобы завершить образ, да? Я использую разные мелкие предметы для того, чтобы было интереснее, для того, чтобы не было однообразия. Например, мы можем это делать при помощи помпончиков, да? Нужно аккуратненько разложить все помпоны по цветам, да, к соответствующим, на соответствующие кружочки. Здесь у нас работают пальчики, работает щипковый захват, да? Опять же, как всегда, это любимые задания на усидчивость. В плане английского я задаю вопросы: what's this? What color is it? How many purple pompons have you got? И так далее. Я обычно беру шаблоны по темам, да, какая-то лексическая тема, которую я использую, к ней подбираю шаблоны, да, чаще всего это разная предметная лексика и, конечно же, цвета, да, на цвета мы прям с удовольствием такие штучки делаем. Дальше, шаблоны также можно заполнять пуговицами. Я купила себе пуговки на Алиэкспресс, вот такие вот прекрасные деревянные, абсолютно копейки стоят, и точно так же детки их укладывают на шаблоны по цветам. Тут чего-нибудь можно придумать, как-то это обыграть, да, сказать, что, например, там все пропало, пришла там какая-нибудь опять зловредная мышка, все прогрызла, и нам нужно спасти наши игрушки, нужно их отремонтировать, да, игрушки сломались. И вот мы вот таким образом их ремонтируем, нужно выложить все при все пуговки на шаблон. Дети такие задания очень любят, с удовольствием их делают. Очень хорошо такие задания их занимают. Ну и, конечно же, это время можно использовать для того, чтобы поотрабатывать нужные вам слова и вопросы. Также мы заполняем игры-заплатки вот такими вот штучками. Может быть, видели, может быть, помните. В Пятерочке как-то была акция, и там продавались вот такие мячики. Если у вас или у ваших знакомых они есть, я очень рекомендую их собрать себе в коллекцию, потому что они такие вот с металлическими шариками, они классно катаются, всех цветов, да, и с ними много чего можно делать. Мы, например, с ними играем вместо фишек в разные настольные игры. Тоже очень классно, дети их любят, любят их катать, с ними баловаться. Вот, ну и еще я использую их для игр-заплаток, да, то есть точно так же нам нужно их поставить на соответствующий цвет. Прекрасно. Детки их пальчиками берут. Да, моторику развиваем. Задание выполняем. Ну и еще один классический вариант игры с заплатками. Это заплатки с пластилином. Да, тоже это все можно скачать. Можно сделать самостоятельно в каком-нибудь графическом редакторе. Скачать любую картинку и белые кружочки, либо цветные кружочки нарисовать. С заплатками пластилиновыми мы работаем с детками 3-4 лет, да, тут, в принципе, все понятно, да, нужно заполнить шаблон пластилином, чтобы все дырочки были у нас заполнены соответствующим цветом. Такие шаблоны, конечно же, обязательно ламинируем, чтобы пластилин можно было потом убрать. Вот у меня уже немножко есть остатки от прошлых занятий, поэтому обязательно ламинировать, чтобы их можно было использовать несколько раз. Вот здесь мы берем пластилин, детки отщипывают небольшой кусочек,
да, пальчиками. Опять же, развиваем кончики пальцев, щипковый захват. И они размещают пластилин на шаблоне. Такие маленькие кусочки. На самом деле, как будто бы заплаточки ставят, да, на шаблончик, на наши цветочки, например. Отлично. Заходит такая игра. Пластилин дети всегда обожают. Тут, в общем-то, не бывает такого, чтобы они говорили: нет, не хочу, не буду, не интересно. Иногда бывает, большие куски прям вот так вот могут положить, да, и все. Но обязательно нужно их корректировать, поправлять, да, объяснять, чего вы от них хотите, какая у вас задача. Вот, ну и, в принципе, достаточно надолго увлекает. Детки работают с удовольствием такими упражнениями. Потом мы просто это все счищаем, пластилин убираем, шаблон у нас остается на следующий раз. На самом деле игры заплатки — это отличный способ занять ребенка, отличный способ позаниматься с маленькими детками, которые обязательно должны что-то иметь в ручках, только так они учатся. Да, помимо того, что я рассказала, можно использовать какие-то другие мелкие предметы. Вот такие стеклышки еще можно использовать. Да, их я покупаю в магазине Fix Price. Любые ваши идеи будут здесь работать. Задания хороши тем, что развивают мелкую моторику, развивают щипковый захват, развивают координацию между пальчиками и глазками, да, когда нужно попасть в нужную дырочку, в нужную заплаточку, да, особенно это касается помпончиков, их прям очень сложно вот так выставлять, чтобы они не упали, чтобы они красиво у нас лежали, поэтому обязательно используйте такие игры в своей практике, скачивайте готовые, либо придумывайте сами. Если вам было полезно, подписывайтесь на мой канал. Там много разных полезностей для тех, кто занимается со своими детками дома, для англомам и для преподавателей английского.